Гурский его заберет. Ну, на здоровье. Че, я прям полезен был или опять говно? Сейчас Гурич заберет, я буду так рада, вот он только за этим и ходил в цирку. Мы реально туда вперед бежим, я правильно понял? Хочешь прикол, он его не заберет. Его клизма заберет. Нет. Не, не надо. Мне оно не надо. У клизмы не установлен. А что, Чоп забирает, что ли? Да. Или Мосса? Они оба выше. Чопс. Все, позабирал себе токены, да? Гурский. Токены тоже неплохо. Нормально, еще пускай забирает. Че, будем синдру травить? Пусть хоть ребята, без 20:10 не заходит. И мне в сутки тоже завтра. Не заходим, не заходим. Стоп, 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 не заходим, не можно заходим. Можно поешки, конечно, побить пока. Стрэша попробовать. Чисто на репу, да? Ну, либо ешки, а чё нет. И, ребят, мне еще надо донять на двух боссов и завтра на работу. Ну еще часик, потравимся, нормально. Я не буду травить часик. Изи-изи. Часик нормально. Метод третий этот жезл забрал, я ж нажал на третий спек. Ты видел? Понял. Боешь. А это бой? А, все, понял. Ну чё, погнали? Тоже у меня уже глаза взлетают. Так, а чё, пошли трэш этот, почистим, чё? В чём проблема-то? Вам кто-то говорит, что синдру будем убивать? Убивать, да. На синдру у меня время без 20:11. Нет, так. Ой, 12. Давайте хотя бы почистим трэш, да, чтобы активировать портал. На понедельник на понос я устрою. Придете, будем продолжать. Не придете. Чё, дайте кто-то абсорб синдры, алло, хилы. Че, здесь все? Выдвигаемся. Пошли. Кто не придет, ну, Костя, тебе-то не обязательно, наверное, тут с нами мучиться. Кто без очереди? Ой. ГП забирает. Кто без причины не придет, кто в натуре ГП забирает. Слушайте, давайте по-другому там скажем. А, добронос, да, ссылка, да. Там явка, во-первых, обязательная, во-вторых, там полторушный еб. Алло, ребят, чё вы кашем-то? Ну, если выходные, пожалуйста, так то у меня работа. О, ясно. Вперед убежит. Мосса, БР, есть БР? У кого есть из друидов БР? БР тебе Винар. Чулан дуэрим. Давай, отлично. Про хил, про баф. Мне кажется, ли у них же легче стали? Тебе кажется. Орхидея, БР, Чебурлоу. Верхил меня. Как, забирай сколько сможешь. Давайте наполовину. Сейчас смотрите, бегут эти воины, милики, вы отходите, чтобы иначе вы отъедете. Тринька. Идите все сюда, пожалуйста. Тринька гамадрила. Че, войда, что ли? Я вообще молчала, сейчас ходит. Вот, бегут, короче. Я вас запомнил. Можно Геру дать для павших? Оверхил. Оверхильте. Алиса, забирай одного-двух ревностов. Или ты там клинок, на длинном клинке отбегается. Мастер, воет. Слышали, получили. Алиса, забирай парочку. Лучше трех. Пару воинов забери обязательно. Тупо танков поверх сил. Ох, души пошли, это что такое?
Чё за прикол? Ну, кто-то фармит души, чё? Нет, это у Ли, у него даже нету грани. Меня засчитывают, классно. Так, ещё один полк, я. Кто ворует? Прикольно. Где пауки-то еще большие? Почему вторые не обсидут? Даже у Твинси есть уже квест на грань. Ой, гранька у него есть. Ну я в отличие от твоего не заранее заработала сама. Это забавно, конечно, звучало. Ты говорил, у меня один друг, короче. Что у нас? Подарили. Народ, у нас пауки не тут вторые, вон 30 любовка стоит. Нормально? Давайте его кикнем. Кикнем его! Уберите. О, пауки идут пауки. Все нормально, но если в комнате стрима, они все равно идут, они не вейтятся. Ближние станы, дальних на пуле, там ты играешь стрел, ловушку, тут пауков бегом. Хорошо, что ты напомнил про сорняков. Ловушку дайте. Давай, я уже забыл. Гнев небес, паладина. Гнев небес пока дай. Гнев небес, точечный стан. Танк поверхнее. Если на вас идет звук, стан. Стан как льда. Пункт холода. Они кливают, да? Да. Во-первых, они вот прыжком вот этим урон на ноль, то если бы не бьют всех перед собой. Ну, а мульти уже кривые. Нет, сорян. Мульти, это я размахнулся слишком широко. Че, мелкий трэш, наверное, не имеет смысла чистить, но все равно рейсинг все равно. Давай. Ну а чё его, блядь? Что, начисляйте ЕП. Чего? Всё по домам. Сходим РС-10 обычку сейчас. О, я не пробочку. Пока я не в хеле. О, я ректрик. Я такой же пасок. Все дракончики в вольном душе. Шкаф. Вагримар. Шкаф и Вагримар? Чё, мы тут расходимся или чё? Так раз сейчас расходимся, сейчас я ИП начислю. Не знаю, насчет ТРС, передохнуть надо мне здесь. Жопа деревянная. 400. Гурич, пошли, слышишь, донесем. Это присмоним Костю, донесем АКТ. Плохо, плохо, на Ване играйте. Побыстрее надо проходить. Он проф с первого трая уже убивает. Лана вообще надо. Сразу бегу, можно сказать. О, портал огни. На профи, бля, изи, там кусать не надо. Ну, видишь, АДД в первую очередь надо отдавать, и всё. Профа с первого трая убили, но они обоссались, они говорят. А так эти 2 часа могли потратить уже на синдру. 5 ТП? Ничего себе, за что? О, ничего себе. Мне нравится. Спасибо. За что ты делаешь? Двое, за что ты сделал? Аппаричка повышена. Давно почему? Уже, если что. Да? Повышена? Да. Хрена себе, пятёр, блин. Далее. Так. С любовка. 2 босса. Ладно, и... 1200. Всё, можно ливать. 800. Можно ливать, пацаны? Да. Всем спасибо, реально первый раз в ЦЛК так далеко зашел, ну для меня вообще было гранево, я думал хотя бы профа убить, ну реально спасибо, это было клево. Да ну, приходи почаще, видишь, если бы мы убили с первого трая, ладно, мы бы еще и синдру, наверное, посидели, потратили часок. Да. Ну и в следующей неделе работы много будет. Кто у нас еще добирался? Только Кли... А, мульти. Ну шо, Вань, говорят. Ага. Давай, собирай, я полом хочу пить. А там же 4-й кат, а? Там проф нужен, да, или нет? Или какая? Или кат 4-й? Десятку не надо, проф. Нет, за РС-10. Только ката? Да, вроде. Да. Да, только. Так, мне надо. Кому еще начислить? Мне надо. Хотел к РС-ке.
Пройду, наверное, ну, через 10-15, 12 там. Ага, приседаешь. Так, а, я тебе сейчас этот скину, аддон, короче. Че медвей там этот сорнит? Ча, погоди секунду. Да на часа. Я говорил, я делаю. Я ментро и клип. Я что-то должен был сделать, но я забыл что. Да. Ну давай говори, Ник, помогу. Все. На замену только дайте, блин. Ты накинул уже? Да. Я думал, ищешь. Так, сколько у тебя сорнита, Пай? Сколько тебе надо? На 8 хватает. Остается, получается, сколько? 18? 13? 17? 17, если 8 есть. Сколько? 17, да? Угу. Мастер, поможешь квест сделать? Или я там соло справлюсь? Какой? Древнейший. А там соло ты можешь убить? Маленький. Там шмоб убивается вроде в соло. Там надо просто латунуть вроде. Свято-скверно. А там мобов нет? Нет, вроде. Если что будет, то я помогу. Так. 9, 17. Это еще сколько? 8 штук. А почему в банк Орды заходит Альянс? Это прикол такой? А там можно, мы тоже так можем сделать. А где, тут, в Долоране? Да. Так можно заходить, так же можно стоять и на Альянсовском банке. Всегда так было. Пацаны, сколько один сорнит стоит? Александр, ты тут? Штука 500 или... А? Полтора максимум. У тебя сколько ОД? Ну, 1150, думаю, есть. Возьми 8D. В смысле, там разве не общий банк? Нет, тут два банка. Один Альянс. Это общий банк. Только со стороны Орды и со стороны Альянса. Два банка. Общих. А что тут есть второй банк? Подождите, меня нет. На Лоране, да? Я понял тебя. Играла она за Альянс, да? Еще три банка. Сколько? Я всегда в один банк хожу, я хз вообще. Сколько, говоришь, Вовик играешь? 10 лет она играет. С 5, блядь? Только вылезла и говорит, давайте Вовку рубаем. Ладно, пацаны, давайте, всем доброй ночи. Пока. Доброй. Что-что? Сколько сейчас шаранитов? 8 надо, тебе сказали. А в понедельник во сколько допронос будет? Во сколько? Гоу пошли с 6, я тоже буду с работы. Говорю, если что, в Долоране аж 3 банка. Если после 6, Гуччи 100%. А, мы еще один в этом, да. Как его? Внизу. В Клоаке. Чё, в РСке вообще чё-то кому-то надо, типа, или чё? Чисто ОД. Но мне на ретрика, я ещё ретриком пойду, то надо. Так, гоу целка 10, там больше. Ага. Сколько, в 11 часов ночи, да? На хули? Завтрашний... Ну, типа, завтра неделя же. Целка надо завтра собрать, да? Десятку. Желать. Ну, типа, целка я бы хоть бы до утра бы сидел бы. У себя. У Войда уже утро, наверное, скоро. А, он там сидит. Че там, куда побежать? Ну он вообще в офицерке сидит.
Бой, ты где? В банке. Только не говори, что в Орды. А куда подходи? Подходи, Корянц. О, да, вот, серный, вечный холод, отлично. Посох. Пошел покурить. Тебе же 17, да, надо? Стой, мой, стой на месте. А, сейчас вылечу, похоже. А как его линкануть, вот этот? Где вы? Что линкануть? Посох вот этот. Да это с кого-то ринканули просто, у кого-то одет. Это, скорее всего, у Лока, у Альянс. Да, это у Лока всегда ринкует. Только один вечный холод. Не, я хотел... Двоих, там... Я уже два вижу. Уже у двоих. Да, это у... второй тот с брюлями. У Альянса и у Джоков. У Рейльша одной есть. Не помню, как ее зовут. У Альянса. Я так понял, два. Чтобы сделать его, там надо убивать. Ну, надо этот, как у осколок следи. А, осколок следи, да не джойни. Осколок следи, начало цепочки. 2500 душ и 50 осколков. И походу надо будет джойна убивать. 50 осколков каких? Таких же, как и на ШМ. Серьезно? А там квест, чтобы взять 5 косарей рублей на этот квест? Ёп. Да, чтобы взять. А потом еще и осколки брать. Да. Крутой посох, наверное. Ну, так линканули тебя. Что такое? Просто на БГ этот челик за Альянс. С одного удара пошотал людей и нахрен. Спасибо, Лачдан. Спасибо, Медвей. Пойду с Ятой Скверной. Чё, мне-то за что? Мне, так сказать, не за это бабла еще отсыпали. Да? Это медвею кланяйся. Так, повышает заклинание на 3-4 единицы за каждый заряд при накоплении, активируется темный лед, повышающий вашу силу заклинания на 310. Говно. Говно, ну да, конечно, ваша такая. А, некоторая вероятность выпускает у врага в луну темной магии, нанося 250 урона. У вас эффект магической нагрузки. То есть, ну, на шипешников это будет топ. И на локов. А на магов, ну, такое. Так, ну шо? В РС есть четкие поцаки и подсамки? Я шо с ретриком пойду. Есть. Сейчас там, я думаю, 7 КДП хватит нормально. Где Войт? Тут. Войт тешится. Сейчас будет. Что, вы там начали собирать, нет? Сейчас мы сделаем. Знаете, что, у меня какое предложение? Какое? Которое нельзя отказаться. Нам сейчас ребятки там мало отобьют, скорее всего. Мы можем сначала сходить в арку, потому что это быстро. Это на 20 минут. И потом пойти в... Что скажете? Мужчина, ну, арке мне нужен либо ПВП шмот, либо уже половина. В арке мне кисть. Рог четвертую карту сделаем. Вагончик моего рога где-нибудь. Сразу сколько вагонов. Ну что, в арку идем? В арку. В арку арка 10 есть такого? У меня я могу друидом пойти. Мне иду рогой. Ну отлично, тогда собираю. Ты уже нашего вчера кикнул лимон, блять, вагон. О, меня кто-то заморозил, тут лич идет. Это будет ивент. Ой, не ивент, это муви. Так, SA-10. Вой, этот самый, фу ты, Войт, блядь. SA-10. Ты в соло танк? Ага. У меня только другий ток танк. Пригласить. Кого там еще пригласить? Короче, можно даже на Ола успеть, ребят. Сейчас меня подождите. 4 минуты. Если есть PvP спеки, погнали Ола отбить. Заодно подтяните скилл свой. О, я пошел в груль маги. Хо-хо. Шредер, мастеро, улетим все и кучи на Ола, короче. Убиваем арку. Зачем лететь, его можно этот, зарегать. Отлично. Я создал вейт, лечу туда, что там еще. Да, вижу. Тебя, когда ты прилетишь, тебя с рейда выкинет. Ну, сразу. Отлично. Вообще-то Ола через час и 12 минут.
Кстати, да. Почему так? Потому что оно в 12. Так, хорошо. В 12 по серверам. Крепость-то не наша, алё. Там можно зайти духами. Давай попробуем. Так кто еще идет в арку? Я взлетел на тапках в текстуры, ё-моё, что делать? Это забрал это? Отмещение света? Короче, если нужен буду, пишите на пьяного Мишку. Так, 6 человек, да? Алё. А кто из этих 6 человек, кстати? Когда я уже плюсом новым. Чего? Кто хилы? Шансун похилишь? Подоцешишь? Давай, если тебя такое устраивает, то давай. Давай. Где твис? Я тебя второго хила найду еще какого-нибудь. И чё, вообще, сколько ДЦ должен от Орбита? Вы мне поясните, когда я хороший. Твоего шмота и твоих рук. Ну а чё, от рук шутки пораскидывал? Только рук не бери, пожалуйста. Пожалуйста. Чем больше у тебя СПД, тем больше он будет абсорбить, это понятное дело. Да, 4000 где-то СПД. А что, сдохнуть надо, да, где-то? Почитай, что там щит пишет. Как духом? Не, я в курсе, что... То есть, я теорию это знаю. А, сдохнуть что-то. У ворот и пробежать духом, наверное, они так говорят. Но это я тебе... Это пофиксили уже. А ты уже хотел? Сейчас меня убьют, посмотрим. Если убьют, если точнее не смогу пройти, ну тогда вы можете спрыгнуть с этого с ним, маба. Если не найдете кого-то, поможем. Нет, Турбо, я вообще никогда не играл в WoW до этого. Чем удалить? Компьютер. А тут бах через текстуры пролететь не работает, как на Деркуле. Ты забрал там щеня? А. И я не забрал. Слабаки. Теперь забрал. Но я с Редриком это делал, агы. Он меня хилил. Толку тут. Короче, нужен буду, в чат напишите. Угу. Я ушел здесь. А пошли в склеп. Или куда же мы? Сейчас мы пробуем пробиться с подъезда, да? А что тут запускал? Ивент какой-то или что? Угу. А где он запускает? Ну, когда бежишь, ты сделал? Ну, духом, духом не пускай. В пещерку зайди. Что-то сделал. В пещерку зайди. Выйти с инстага. Чё, куда зайти? В пещерку. Чё за пещерка? Зайди в пещерку, блядь. Дай пойти, пойду это, сделаю грань. Там стало. В пещерке в трещине лежит отмещение. А, оно не лежит, блядь, именно даже не запускается. Вот уже спиздил, зараза. Так ты выйди и зайди, там тебя приморозит. Так я вышел и зашел. Ты побежишь туда, и тебя приморозит, и лич появится. Походу, тебе упасть моб, было бы легче. А моб там стоял, ну, когда ты заходил? Не знаю, не помню. Пока они тебя ковыряли, ты бы упал бы просто с маунта, с высоты. Помещение света лежит. Кстати, Бронзоборот выжил. Так, что уже 10 тел есть. Да посмотрим, если варку пустит. Не пускает. Не пустит, не пускает. Сейчас еще пробую по старым добрым чертежам. Я тогда посижу еще часок, и я по-любому сегодня варку схожу. Кто хочет десяточку, это 10. Сколько там на воло, давайте через час. А в десятке же это 10 не падает. Падает? Всё? Падает. 251. Падает только 251. У меня вообще 232, поэтому... Тем более штаны сролил на танк. Поэтому я возьму любую. Ну я бы ДК пойду. Или я ДК. А кстати, Войд были, что-то на ДК упало. О, заморозило, лич появился. Даже звук врубил. Погодите, где-то тут же в текстах сверху можно было пролететь? Или это тоже тут закрыто? Да хрен знает. Там не наверху, получается. Разве что над воротами, вроде самому вверху. Ладно, вот, блин. Вот, я тоже помню такой фильм. Получилось, нет? Да вот я пробую, пробую. Жди. Духом или нет? Ну, я духом пробую, да.
Надо дырявую текстурку найти просто. Вот она. Где? Здесь левее. Ты выше где-то? Коричневый, да. Вот я вот здесь, блин. Вот тут. И что, он пропускает? Ну вот я приближаюсь вплотную, я вижу, что там текстуры. Не могу точку поймать. Я не вижу. Тоже духом? А. Духом попробую. Здесь вот вниз. Летаешь. А вот здесь вот. А, вижу. Вот, вот здесь вниз, тут еще там как раз проход. Может, что-то найдем. Ща. Сверх релог. Помню, раньше типа релогаешь. Типа, текстуры не прогрузились, можно побежать. А если локом шкаф поставить? В эту, в дверь. Мы не нажмем на него. Короче, ладно. Полетел я в РС, но его нахрен. Это мало сколько, через час успеем. Раз 12 ула, потом в варочку сходим. Все равно на раз нужно 30-35. Тысяча душ. А чё, в РС я давай только я нехилом, я ж там пора туплю.